В этом видео вы узнаете, как мы съездили в Тюль с ночевкой, проорались в каньоне. Прикольно. Как утро нашего нового дня не задалось с самого начала. О том, как юдалифы могут быть самыми шумными в автобусе. А также, почему этот Тюль чуть не стал последним. Всем привет, с вами Лида, вы на канале Вегас, и мы снова в Тиюле, и это влог, как мы были в Тиюле. Скорее всего, он выйдет, когда я уже промонтирую все части Пурима, так что это еще буквально через месяц или несколько недель. Так что, думаю, вам очень-очень это понравится. Смотрите, какой классный закат, такой красивый! Это влог? Да! Мы возвращаемся! Всем привет! Он закончился! Прошло, ребят, если что, полчаса с момента, как мы должны были уже ехать. В общем, ребятки, это видео перед июлем. Я его вставлю в фрагмент, когда мы уже будем ехать. В общем, рассказываю. Вот мой чемодан. Мы едем на ночь в что-то типа пустыни, поэтому мой чемодан с одеялком, подушкой, а там еще палат, мешок для спанья. В общем, готовимся к Тиюлю и будем снимать этот влог. Я уже, скорее всего, его снимаю, так что надеюсь, он получился увлекательным и интересным. Это мы потом уже увидим. Все машем Лиде во влог! Да. Волосы нормально? Да. Я вижу, как быть они у нас будет шоу. Нет, красивая. Красивая? Угу. Спасибо, шоу. Он на
простынях. Бери свои вещи. В общем, ребят, не забывайте про красную кнопку подписаться, лайк и комментарии. А мы продолжаем. У меня началась аллергия. Замечательно. Я хочу есть. Вот так вот я. Что? Есть хочется. Мы только начать. А, Миша, кусаешь. Ну ты хочешь писать? Не хотеть писать. Не хотеть. Да, надо стараться это делать. Будь здорова. Хорошо, писать. Это бомба петарда. Где оставила? В лесе? И да, оставь меня. Она сейчас на украинском заговорит, мы ничего не поймем. Она только один человек в этой компании, понимаете. У нас не будет аргументов. У меня будет аргумент. У меня всегда есть аргумент. Что ты можешь сказать приятного? Еще красиво, еще не замученное. Писать не так сильно хочется, но скоро захочется. Это наш видеоблог. Мы вышли... Вы на канале моем. Не знаю, как называется. Мы вышли прогуляться. Катя влог. Левая женщина пытается влезть в наш влог. Отойди, женщина. Бык. Красный бык. Ну, посмотри. Нет, подожди, не трогай. Вот, вот, вот. Бык. Посмотрите красный. На мой ноготь, он сломался. Бык. Я просто соглашусь с тобой. Беги, Сабина, беги! Мы идем в автобус. Бежим в автобус. Решил меня. Мне как будто ты маму выкормил. Чего, блин? Ребятки, мы приехали в наше место ночевки. Я сейчас сниму обзор небольшой, как все это выглядит. Вот. И мы спим в больших-больших таких палатках. Дорога заняла около 2-4 часов. Да. Сейчас не очень сильно темно, но тут очень-очень красиво. И мне нравится, в принципе. Это мой влог. Фонариком в лицо. Спасибо. Мой влог. Мы поели. Лиза сказала мне, что у меня чистое лицо. Я надеюсь, она не соврала. А что ты мой стаканчик взяла? Я поднимаю этот бокал за своих подписчиков. Ага, за своих одноклассников. Все было хорошо. Не знаю, как вы, но мне дали мороженку. Ребята, ко мне попал в руки телефон. Сейчас нас будет пилот пневмонии всей.
какая-то бинго, типа лото. Короче, я не умею ни в лото, ни в бинго играть. Но что там будем сейчас играть, разбираться? Вот мы все такие крутышки. Пожелайте нам удачи, мы надеемся, что мы выиграем. Я не знаю правила игры, но я надеюсь, что я выиграю. Я не знаю. Ну, все там. Я не буду говорить. Если вам интересно. Значит, ребята, я заполнила вот эту вот штучку. Вот это супер бинго. Собираюсь ли я кому-то подходить? Конечно же, нет. Я хочу помыться, и все. Это все, что я хочу на сегодня. Да, закончить новый день. Я надеюсь, что кто-то быстрее, чтобы выиграл, и все. У нас уже можно уже уходить. Теперь ты ее не сможешь съесть. Что ж, мы будем готовиться ко сну и увидимся уже завтра. Это влог для Лидочки. Короче, мы только проснулись. Ну да? Как только? Уже полчаса назад. Ну это ты полчаса назад проснулась. Я проснулась 10 минут, 15 минут назад. Мне плохо. Вот. Жизнь на Алее – это круассаны и шоко. В этот раз жизнь наполовину на Алее, потому что без шока. Ребята, я сейчас прошла, заварила чайку. И там у всех настолько красивые личики, просто все так рады жизни. Даже не представляете, это все благодаря Нале. С вами была Дарья Балатин и Ларисочка Гузеева. Всем пока. Так, ребята, уже 4:40, мы немножко проснулись, оклемались, совсем чуть-чуть. Но все еще продолжается такими опухшими, уставшими лицами ходить. Но уже более-менее. Вот. Через 20 минут нам уже надо положить все наши чемоданы в автобус, а не там. Мы положим их и вот. Полетим, вот, да. Вот, пожалуйста, представитель счастливого лица в 4:30 утра. Я не спала просто. Мисси Поку. Слезы. Слезы счастья. А вот в этом месте мы заряжали свои телефоны. Их очень-очень много. Она. И мы выдвигаемся огромной оравой. Это капец. Мы едем встречать рассвет. Нам очень нравится Тиюль. Мы не уедем никуда. Мы будем стоять, билды. В общем, ребятки, свет у нас есть. Я устала, честно. Это капец. Если вы не знаете, почему операторы очень сильно устают во время съемок, я вам скажу. Наверное, на таких ступеньках, в таких походах, они несут всю аппаратуру на себе. И это тяжело. Особенно сейчас во время ступенек. Только посмотрите на эту атмосферу.
Прошло минут 40 с тех пор, как мы идем. Никак дойти не можем. Место, где мы находились и встречали рассвет, это был разрушенный храм, поэтому здесь было очень много макетов, строений, как все было устроено, а также стояли различные таблички с информацией, и мы также зашли в импровизированную баню, посмотрели, как на тот момент ее делали, и нам рассказали немного историю этого строения. Идем. Мы пришли к особенному каньону, где можно было покричать и услышать эхо. На фуникулёр. Да. Ладно, хочу кушать и спать. А я с одной линзой. Я есть хочу. Сейчас типа просто уже все переругались, что типа тут много людей. Полезно, я ужасно. Передаю привет от Катюши. Вот Катюша. Помаши еще раз. Вот. Она передала всем привет. Так что пишите комментарии и отвечайте ей на ее привет. Приехали вместо что-то типа обеда. Вообще это будет завтрак. Хотя мы завтракали. Это было очень-очень давно. И что мы думали? Мы пришли в торговый центр. Непонятно зачем. И я хочу есть. Ждем. Покушать. А мы покушали, я попила айс-кофе, потому что бутербродики, которые там были, я не ем. Вот. Calvin Klein, наконец-то. Я могу пойти в Calvin Klein. Давайте посмотрим. Итак, где тут фотки Чунлука? Ребят,
Мы теперь следим за Соней. Холодно. И поэтому мы снова здесь. Да. Мы снова делаем клуб. И теперь я ищу Сабину, потому что Соню я потеряла. Теперь мы ведем съемку за Евой. Когда мы идем? Хорошо. Довольны. Конечно, не предел моих мечтаний, но все же хоть что-то. Отлично, мы купили покушать для Евы. Точнее, Ева купила покушать для себя. Дальше работаешь? Я уже сходила в туалет. Я ставлю ему 7-6 из 10. Всем привет, это я, с вами Екатерина Рыбка. Вот это мой блог, вот мои любимые одноклассники, Соня, Ларисуш. Чипсы с уксусом? Я не знаю, что это. Вот, кто там? Ева вот у нас. Всем привет. Вот так вот. Вот так вот мы тусуемся в каком-то ноунеймовском торговом центре. Там Калман Кляйн. Поели вот мы вот. Я так надеялась увидеть. Короче, нам только что в группе написали, то, что у нас будет пилот в 10:35 в Крутсот. И в 11:10 пилот все подними, типа секунду, ла-ла-ла. Мы вот значит, в туалете. В общем, мы взяли эту женщину и ведем ее к Мертвому морю, потому что она тут не была очень давно, хотя бы ручкой прикоснется к этому гнездовому. Я тоже в прошлом году была. Я 8 лет назад тут была. Ладно, в общем, мы фоткаемся сейчас и идем в автобус наконец-то. Я уже слишком устала. Я хочу. Вот, кстати, Мертвое моречко. Показывала. Когда-нибудь, ребята, я сделаю блог с Мертвого моря. Я хочу пить. Очень сильно хочу пить. Ну а на этом заканчивается все видео, и дальше я пошла отсыпаться. Так что с вами была Лида, это было все, и пока-пока!